оценку подготовки. Оценка Чернова и Шуренко 8-0. Оценка Багаевой 8-74. Первую оценку Дровенко Софьи показать. Судьбу оценки подготовить. Вторую оценку показать. Внимание, судьи. Первые спортсменки Лопуховой. Первый оценку. Вторую оценку покажите. Оценка выдерживается до тех пор, пока не будет объявлен следующий участник. Вторая олимпиада оценка подготовить. Оценка Коробейникова, первая. Окончательная оценка Порозова, 8,5.